Обычно дети катаются на самокате непринужденно и наслаждаясь поездкой. Сейчас я покажу, во что превращается поездка на самокате, когда мы гуляем с Бобой вместе. Можем нормально кататься на самокате, потому что каждая букашка, которая ползет по дорожке, дочка говорит «бери», то есть опасно. Она знает, что здесь давят этих насекомых, и вот она не успокоится, пока мы или с дороги не сгоним, или... Вот так? Да. Сейчас, подожди, давай его отгоним просто. Эй, паучок, иди ко мне. Сказала, паучок. Ну все, видишь, мы согнали. Поехали теперь спокойно. Потому что она видит от этих вот раздавленных и расстраивается. Ну все, поехали дальше. Ну, поехали. Давай. Вот очередная остановка. Это раздавленный. Этого спасти мы не успеем. А что я беру? Его раздавили. Все уже. Раздавили его. Ну что я сделаю? Ой. Раздавили. Все. На колосе. Хорош ты, хорош, но раздавили. Все, поехали дальше. Ой, какой-то сам... Очередная остановка. Подумала, что это насекомое. Это семечки. И теперь вот муравьишка. Слушай, ну муравьишку, ну как я возьму? Я его пальцем тыкну, я его раздавлю. Давай, поехали. Пусть ползает по асфальту. Ну еще идем. Ну кто там опять? Муха. Муха? Да. Ну раздавленная тоже. Что ж, ее спасать не будем. Ну кто там опять? Это стекло, это уж не надо подбирать. Ну что, новая находка, теперь уже паук. Что, спасать будем? Да. Давай. Иди сюда. Да я не могу. Подожди, он не лезет на меня. Залезай. Залезай. Мы тут. Ну залезай скорее. Ну, с яйцом еще. Яйца. Все. Давай, давай в кусты его. Идем в траву выпускать паука Паутиныча. Да. Выпускаем? Да. Да. Все. Пошел, да, носи. С яйцом, да. Ну, пойдем дальше кататься. А сейчас дочь решила покатать на качели муху. Ну что ж. Какой хороший. Ну, хорошая муха. Ты думаешь, она понимает, что ты ее катаешь?